Всем привет! На повестке дня у нас сегодня работа с такой вот арматурой. Сейчас ее растянем, частично порежем на необходимые фрагменты. Она для будущего фундамента под забор. Купили такую арматуру, стеклопластик. Вот. Ну и такая штука размоталась. Сейчас вот будем нарезать. Придумываю тут. Лучше резать, чтобы руки нет фигачить. Вот. Здесь вот расстояние 50 сантиметров. Сдвинулись, да? Он сейчас сделает, чтобы было 50. 52. И чтобы одинаковая арматурка получалась каждый раз. Вот так. Сейчас все ее вот это вот нарежем. Ну, растянули вот эту арматурину. Вон туда она аж пошла. Да, сейчас муж обрежет необходимо. Вот так. А длиннющая аж на тот участок убежала. Держи. Ну вот пошел. Тащится. Еще вторую полосу отрежем. Разматываем следующую. Отойди, пожалуйста, постоянно. Ну, наш куда ушел? Стой! Лови. Стой. Да он стоит. У меня чуть-чуть голова. Ты как этот в цирке, знаешь, ну, с обручами. Иди. Ой, вообще прикол. Ну вот, то, что нарезали. В общем, померили арматуру, отпилили по расстоянию вот этой траншеи, вот такую вот фиговину
муж придумал. Сюда вставили. И как это называется? Сейчас начнем вязать эту арматуру. Вот это колышки, которые срезались по 50 сантиметров. И проволочку. Так вот берет он и вот этой штучкой. Джин-джин-джин-джин-джин. Вот. Поехали. Ну, так вот планомерно все получается. Вяжется, 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 вяжется. Муж отпилил дощечку по размеру, которому надо делать, вязать арматуру, чтобы каждый раз не измерять. Да. Да, не быстрый процесс. Практически вязание крючком. Боже, как это долго. Ребята, это реально долго. Каждую вот эту вот накрути, слепи, завяжи. Вот уже прошел, по-моему, не один час даже. И вот так вот. Все вручную, вручную. Ух. Все вот так вот вяжется. Но слава богу, осталось совсем чуть-чуть. Вот. И это только в эту, говорю, канавку. Сегодня сил нету. Будем доплетать это все, довязывать в другой день. Вот. Опа. Вот так вот отмеряем одинаковое расстояние, ставим арматуру и завязываем. Ее. Вот так. Не быстро. Да? Они уже вообще не разговаривают у меня. Да? Не разговариваешь? Не разговаривают. Никто уже не разговаривает. Продолжаем вязание арматуры. Уже который день. Процесс не быстрый, вообще далеко не быстрый. Но сегодня мы решили на обед пожарить шашлычок. Как стреляет. Так, ну что у нас тут? У нас уже есть здесь две линии, две полоски арматуры. Вот одна. И на ней вторая. Вот такой вот длины. Тут у нас, по-моему, 21 метр. Так. И здесь вот связали одну пока. Но здесь 27 метров. Вот сейчас распускаем арматуру туда. Для второй такой полосы. Ой, долго. Кошмар.
Ну, в общем, сегодня не без приятного с полезным. Немножко сейчас мяска пожарим. Еще у нас есть колбаски Мираторг. А мужики... Мужики плетут арматуру здесь. Все, больше не надо. Стой, водички налей. Пауза рекламная. Ну, в общем, как-то так. Всем приятного аппетита. Теперь длинные. По 85 сантиметров. Режем арматуры. Ну вот здесь уже муж отмерил 85 сантиметров. Это арматурка подлиннее. Будет связываться две ленты между собой. То есть сверху лента, внизу лента. И вот этими по 85 сантиметров, да, будем связывать уже вот эти две ленты, которые там у нас разложены. Ну, вот такой каркас уже вырисовывается. Вот она, 85, длинная арматура. Вот. Опять папа брусочки сделал 20 сантиметров. Ну, чтобы, куда ты? Ты вот только отмерила, а начинаешь поднимать. Чтобы одинаковая длина была. И Вик, брусочек 10 сантиметров. 20 сантиметров это вот тут вот между, а 10 это вот это. Да, это вот. Проверяют. Ну, такой вот каркас вырос. Ой, ну, девочки, мальчики, это что-то с чем-то, это нечто. Это так долго, это вот каждую привяжи, сплети. Нам не хватает паука-шнюка, да? Да. Вот каждую вымерил, замерил, прикрутил. И это все вот такая вот длина. Дай бог за сегодня, вот с утра вот сделать вот эту вот ленту. Так, ну вот мы в принципе связали каркас арматуры. Длинный такой. Там это в две полоски обвязывали между собой. А, и здесь, вот в эту, в заднюю, где у нас зад дома, здесь будет такая стенка усиленная. И здесь каркас в три арматуры. Вот. То есть вот, вот и вот. То есть три арматуры между... Линию из трех арматур между собой связывали. Вот такой вот тоже длинный-длинный каркас получился. Ой, это очень долго было. Несколько дней. Сейчас мы его будем заносить на тот участок. Из того участка будем класть в траншею. Такая вот работа была. Длинная, долгая и упорная. Сами представляете, каждый момент привязать, связать между собой к друг дружке.